Всем привет, солнечного острова Тенерифе. Сегодня сниму коротенькое видео по поводу количества растений в кашпо. Потому что задали такой вопрос, я, конечно, в комментариях на него ответила, но решила еще так наглядно снять видео, чтобы показать. Вот смотрите, вот в этом длинном кашпо, которое 60 сантиметров длиной, здесь вот этих растений, вот этих плечелистых пеларгоний 4. То есть 3 вот таких вот розовеньких. И одна красная такая. Вот, 4 растения. То есть, конечно, они очень пышно растут. Когда они сажались, они были маленькими и не так это все выглядело. Но вот они сейчас, конечно, разрослись, и, возможно, им тесновато. Вот. Но если вы хотите добиться быстрого эффекта, то, конечно, лучше сажать на длинный горшок 3-4 растения. Так, вот здесь еще один у меня 60 сантиметров горшок кашпо, да, вот, здесь 3 растения, видите, уже, конечно, это сорта другие, но даже вот картина отличается. Здесь один вот такой розовый и 2 вот таких вот бледно-розовых. Вот так, и вот этот розовый, он, так, я так понимаю, что он более мощный. Более такой сильный, он немножечко вытесняет вот тот бледно-розовый, потому что вот там он уже его задушил просто. Здесь еще растет, но тоже, видите, пустил сюда уже свои ветки. Вот, ну посмотрим, как они будут расти. То есть вот горшок 60 сантиметров кашпо, 3-4 растения. На вот таких вот кругленьких тоже, чтобы добиться быстрого эффекта, тоже надо сажать сразу 3, 2-3, даже 3, наверное, лучше. Тогда он очень быстро разрастутся. Вот, вот эти, ну, вот здесь вот 2 череночка, белый и розовый. Вот они, такие уже пышные. Так, и покажу, наверное, сейчас поднимусь на крышу. Тут красивый, который сейчас цветет, бордовый. Ну, вот покажу тоже, как там выглядит и сколько там растений. Так, ну вот я поднялась на крышу и сразу вам покажу эльтейды в снегу. Смотрите. Полностью вершина, не только вершина, как раньше было, вот в декабре я смотрела, была вершина снежная. Сейчас полностью вулкан покрыт снегом. Прохладно, да. Прохладно для здешних мест, это нетипично, я уже говорила. Дожди, низкая температура даже на юге острова. Так, ну смотрите здесь вот это, да, красота. Тоже под дождем она немножечко поникла. Вот, но вот здесь, в этом кашпо 60 сантиметров, здесь 3 растения. Но одно из них, вот это маленькое, это другой сорт. И смотрите, как разрослись вот эти 2 здесь пышно, и как жиденько смотрится третий. То есть, опять же, зависит от сорта. Как разрастается сорт, пышно или не пышно. Но еще один момент. Здесь, да, вот 3 растения, вот так вот у меня, это сколько, за полгода они так разрослись. Ну, вернее, они еще были до этого, где-то им было черенка месяца по 3, наверное. Вот, ну, вот плюс 9 месяцев, да, за 9 месяцев вот так оно разрослось. Но, опять же, учитываем регион. То есть у нас здесь влажность, у нас здесь климат, тепло, солнышко. Очень благоприятно для растений, в частности для герани, потому что это практически их родина. Они родились на юге Африки, да, поэтому климат здешний. Хотя мы как бы на севере Африки находимся, но в принципе плюс-минус. Климат похожий. Вот, поэтому здесь, конечно, они себя чувствуют хорошо, разрастаются пышно. В Украине или в России, где вы их выращиваете только в течение летнего периода, они так быстро не разрастутся. Поэтому, если вы хотите красивый, пышный, быстрый эффект, конечно, надо в одно кашпо сажать несколько растений. Несколько. И за лето они вам тогда разрастутся. Вот. Даже, наверное, 4 растения вот на такое длинное кашпо, даже это будет немало, вернее, немного. Даже, может быть, еще можно что-то добавить. А в круглые кашпо, да, вот тоже. Ну, вот здесь это одно растение розовенькое. Это одно растение. Вот здесь 2 черенка. Так, где еще у нас? Вот здесь 2 растения. Вот здесь 3 растения. То есть, видите, даже заналочки, вот
в прекрасном климате, но тоже нужно смотреть. Одно растение маловато будет, маловато. Чтобы было пышно, да, сажайте 2-3 растения. И смотрите на сорт. Крупные листья, мелкие листья, тоже от этого зависит, как у вас будет выглядеть ваше кашпо. Мелколистные, вот такие, как это, хотя здесь одно растение, да, но вот этому растению, наверное, уже год, да. Да, вот этому растению год, видите? Вот он, один череночек, вот такой вот он вида. То есть пеларгония растет, живет, да, там 5, 7, 10 лет. Поэтому понятно, что она с маленького черенка, в хороших условиях она вырастет до большого растения. Вот еще одну забыла показать, тоже одно растение. Но поскольку в наших странах, там, да, есть зима, их нужно, они засыпают на зиму, поэтому для большего эффекта сажайте, еще раз повторюсь, 2-3-4 растения. Ну, так, может быть, какие-то опытные садоводы поспорят со мной, но как бы это личный мой опыт, личные наблюдения. Вот такое. Вот смотрите, вот только вам показала это, да, он уже взял и закрылся облаками. Не успела сфоткать. Ну все, так, в двух словах. Всем пока-пока. До новых встреч.